Федеральная налоговая служба собралась через суд изъять автопарк и недвижимость блогера Гусейна Гасанова. Об этом сообщает газета.ру. Налоговая служба уже заблокировала счета Гасанова в 4 банках. Блогер должен ФНС 140 миллионов рублей. Плюс у него есть доля в компании, на которую подан иск на 645 тысяч рублей. Гасанову грозит потеря апартаментов в Нева Тауэрс комплекса Москва-Сити площадью 124 квадратных метра, оцениваемых в 150 миллионов рублей. У него могут забрать и автомобили, Rolls-Royce Cullinan и Chevrolet Tahoe стоимостью приблизительно в 50 и 11 миллионов рублей. Сам Гасанов уехал из России и находится на территории другого государства. Арбитражный суд Москвы возбудил производство по заявлению ФНС в отношении индивидуального предпринимателя Гасанова.